Hello everyone. This video will be not quite usual for my channel. A month has passed since the most brutal sanctions of all time were imposed on us. We were literally cancelled. Many are concerned about the question of how Russians survive in such conditions. I want to take those who wish to an ordinary Russian grocery store to show how we are doing, and at the same time to buy food for a week. We will go to this store with my son, but first I'll take my daughter to school for classes. Well done. Now we are going to the supermarket. I will take the products that I usually buy. I'll make a reservation right away. This will be not the most economical choice. We almost don't spend much on things, but we allow ourselves high quality food. And everything I take will be the best product on the market, in my humble opinion, for our family taste. You know, over the past couple of years, prices have been rising slowly anyway, without sanctions. Now they have become a little more, but not for all products, and it's not so critical for us personally. I'm more worried about pensioners and low-income families. I don't think it's fair. Unfortunately, the world of capitalism is cruel. Maybe one day we will grow to a more perfect system. Well, that's it. Stop talking to me or I'll say too much now. And you'll think that I'm a socialist. Who knows? Okay, let's go. Пожалуйста. Да. У нас еще яблоки вот такие есть, такие. Выбирай. 149. Вон туда, заяц. Вот сюда. Куда? Кстати, давай яйца возьмем. Наш вариант вот такой. Опа-на. Все. Складываем? Да. Дальше. Так, давай, знаешь что? Возьмем-ка мы с тобой мяско. Мама. Вот такую, кстати, семгу обычно берем. Да. Вот, смотри. Дай я, пожалуйста. Наш бекончик. Бекончик. Отлично. Петик еще возьмем. Наш любименький. Мам! Давай, знаешь что? Хлебушком. Это мука. Это полезные штучки. Ой-ой-ой, надо срочно. Мы вот эти вот взяли. Вот эти вот. Все. Какой тебе больше нравится? Давай, бери. Такой? Хорошо, держи крепко его. Мама, возьму еще такой. Так, теперь едем по молоко. Поехали?
обычно берем вот такое молочко. Не то. Нет, свежий. Давай возьмем вот такой творожок. Нет, вот. Орешки не будет вот такую. Вот такую взять. Упаковочку. Вот что нам нужно, друг мой. Какой мы обычно берем? Вот, смотри. Мы обычно соленые едим. Ладно, возьми. Я вам буду давать их к чаю вместо конфет. Давай, складывай. Мама, погнали. Он боится. Понятно. Да, мам. Обещаешь? Ну, да. Бери, бери. Бери. Бери сам. Поехали. Я хочу взять смесь. Ой, не то. Обычно мы вот эту берем, да? Что возьмем? Мам, это кто тут ударил? Так, кто-то тут сказал, что сахара нет, а сахар вполне себе есть. Сейчас еще муку возьмем. Так. Рис обычно мы берем вот такой. Мама. Что, Лёва? Вот такой беру. Мам, кстати, можно взять. Да, выбирай, какой берешь дизайн. Я буду. Наши бариллы. Мам, я. А то... Ладно, давай я возьму. Можно вот такие взять для разнообразия. Ой. Вытащи, вытащишь? Давай, вытаскивай скорее, заяц. У меня мало времени. Да надо за Варюхой ехать. Давай скорее. Поехали. Бери, попробуем ее. Гречку мы обычно берем. Ну, где-то вот такую. Можно найти и дешевле, конечно. Еле-еле тащу. Пойдем. Все, готово. Смотри, какая у нас гора. Обалдеть, да? Не-не-не. Thank you for walking with me, for watching this. Take care of yourself and your family. And please, think critically. This is the only way to keep the balance in yourself today. I love you. Everything will be fine. I want to believe in the best in people. See you.